Добрый день. Подводим итоги конкурса. Розыгрыш на кубик 3 на 3 Thunderclap V2 считается законченным. Подводим итоги. Мой помощник вчера вечером уже выбрал победителя. Видео покажется после моих слов, но скажут такую вещь. Далеко не все участники внимательно прочитали условия конкурса. Что весьма грустно, поскольку люди уже должны быть грамотные, и прочитать несколько строк не должна быть такой сложной вещью. То есть было сказано, что нужно сделать репост записи, оставить в комментариях название своего YouTube канала. Ну, некоторые на YouTube вставляли ссылки на свой YouTube канал, ВКонтакте вставляли ссылку на свою страницу, что было не очень правильно и не имело особого смысла. Но большинство все же справились. Я поздравляю победителя. В ближайшее время приз, конкретно вот этот приз, новый нераскрытый, неиспользованный прекрасный кубик, будет ему отправлен при помощи Почты России. Я с ним свяжусь в сети ВКонтакт, наверное, скорее всего. То есть надо будет сообщить мне адрес. И на почте, когда отправим, будет известен трек-номер. Также я его сообщу, чтобы можно было отслеживать посылку. Смотрим победителя. Заранее его поздравляю. Да, и это не последний розыгрыш на моем канале, будет еще, будут интереснее призы. Главное, активность.